Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 41 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На костюм клоуна для брата Маша хочет пришить в ряд две синие, две красные пуговицы. Как могут быть расположены эти пуговицы? Попробуй найти разные варианты, представь их в виде рисунков или записи с буквами S и K. Итак, могут быть так. Синий, внизу красная, или может быть так, вверху синяя, красная, внизу красная, синяя, или может быть так, вверху красная, синяя, а внизу синяя, красная, или так, вверху красная, красная, внизу синяя. Или вот так. Вверху синяя и красная. И внизу синяя и красная. Или так. Вверху красная и синяя. И внизу красная и синяя. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.